В этом примере показано, как запрограммировать маршрут в разделе «Навигация». В меню «Маршрут» выберите функцию «Добавить маршрут». Нажмите «Добавить» для добавления пункта назначения. Например, Пермь. Добавьте к маршруту этап, нажав «Добавить» между пунктом отправления и конечным пунктом назначения. Например, Казань. Важно! Конечный пункт назначения должен быть последним в списке. Для просмотра обзорных данных о маршруте нажмите «Вперед». После ввода и подтверждения маршрута предлагается три его варианта – самый быстрый, самый короткий и самый дешевый. Для включения навигации выберите один из вариантов. Подтвердите выбор, нажав «Вперед» для включения навигации.